Только за майские праздники на дорогах Макеевки было совершено 7 ДТП с участием водителей скутеров. Основные нарушения – это управление без мотошлема и езда на незарегистрированных транспортных средствах. Сегодня сотрудники ГАИ вышли на проверку мотоциклистов. На мопеде ездит только на рыбалку, говорит Виталий. За рулем мужчина более 25 лет. У него с собой и паспорт, и шлем, и права. Вот только сам автотранспорт не зарегистрирован. Я зарегистрирую, честно. Тут понедельник под суд решится и все дела. Конечно, а что я, дурак, что ли? Дело в том, что тут суды решаются вопросы, понимаете? Я даже не знаю, на какой адрес регистрировать вообще. Сейчас меня оттуда выселят и куда? Буду где-то искать, перепрописываться и потом зарегистрировать. В течение 2 недель я зарегистрирую, честно. У других остановленных инспекторами водителей с документами все было в порядке. У Татьяны с собой права, техпаспорт и страховка. Во-первых, все время трезво ездить. Во-вторых, соблюдать все-таки правила все. Да потому что молодежь ездит как хочет, без правил. Она их просто не знает. Поэтому и случается авария. А я уже давно за рулем и знаю об этом. В ГАИ говорят, в прошлом году за лето случилось более 60 аварий с участием мотоциклистов. В этом году только в начале мая было уже 7 подобных ДТП. Это были и опрокидывания при управлении там транспортным средством, то есть водители не справлялись с управлением, опрокидывались, в результате чего получали телесные повреждения. Вот. Также это были и столкновения, и наезды на препятствия. Операция «Внимание, мотоциклист» продлится до 20 мая. В ГАИ говорят, подобные рейды будут проводить и летом. Александр Блинников, Кирилл Иванов, «Панорама».